Руки вверх, вы арестованы! Наручники. Не эти. Здесь нужны специальные мужские наручники. Братан, я не могу освободить руки. Теперь нам точно не сбежать. Из этих оков еще никто не выбирался. Привет. Почему ты опоздала? Извини, я выбирала самое лучшее белье для свидания. Ты уже целый месяц не дарил мне цветы. Не возил в кино, в ресторан. Извини, но на эти деньги я купил тебе новенький айфон. Почему ты без спроса взяла мою машину? Извини, но я отвезла ее на ТО и поменяла резину. Твоя безопасность мне важнее. Ты че, офигел, куда смотришь? Извини, но я еще раз убедился, что твой зад лучше. Алло. Куда только что пропали 50 косарей с моей карты? Извини, но я потратила их на себя, чтобы твои друзья тебе завидовали. Почему ты на Новый год не хочешь ехать к моей маме? Извини, но на НГ мы поедем в Дубай. Сегодня что, Новый год? Так, короче, продукты закупил, скидываем бабло. Я тебе после ЗП отдам. Эти на карту перейду. Точно? Точно, точно, точно. Поднимаем цены! Поднимаем цены на икру, шампанское и мандарины. В два раза. В два раза. Алло, здорово, чё, где НГ празднуешь? Я на даче праздную. Чё, есть места? Не, нету. Чё, где НГ празднуешь? Я в Акапульку уезжаю. Чё, есть места? Не, нету. Алло, чё, где НГ празднуешь? Я один дома. Чё, есть места? Не, нету. Я таки всё просчитал. Со всех 9 343 рубля 35 копеек. Димон водку не пил, с тебя полтораха. Я крабовые палочки не ем, ем фалафель, с меня 300 рублей. Коттедж забронировал, подарки всем купил. Все сделал еще летом. Елка с того Нового года стоит. Как я рад, что праздную Новый год с вами, семья. Мамуля. Сынок. Бабуля. Сынок. С Новым годом. У кого-то Новый год, а у кого-то бизнес. Новый год, двойные тарифы, да? Заработаю миллион, биткоинами брать буду. Вечеринка года! Я вам устрою самый офигенный фейерверк в этом году! Вано, там фитиль договаривает, ну здравствуй! Я же говорил! Ёбаные отчёты! Ненавижу вас! Веселитесь там, суки! Если что, я закинула вещи на стирку. Это же всего лишь вода. Алло? Алло, Вань, мы расстаемся. Ваш счет. Спасибо. 50 рублей? Но почему так дешево? Погоди-ка, у меня же теперь нет девушки. Больше не нужны. Я вчера на свою потратил 50 тысяч рублей, а я 150. А я знаете сколько? 165 рублей. Как? Потому что у меня теперь девушки нет.
Алло? Давай начнем все сначала. Хорошо. Так, парни, поэкономили, хватит. Любовь важнее. Каблук! Да ничего, просто с друзьями гулял. Алло, дорогая? Любимая? Чё, куда едем? Вас понял. 78-00, восточная широта 55-33, южная долготы 2-00, восточная хуеты, погнали. Ну чё, как жизнь, рассказывай. Как на работе? Политикой интересуешься? Видал, какое поколение-то у нас растет? На днях знаешь, кого подвозил? Чувака с прической Бузовой, с татуировками на лице. Бургером расплатился. Ага, понял. Рус Люксембург 3-5! Дорогу покажешь? Поехали! Вы не против, если я здесь закурю? Против. Надевать! Зачем? Нет времени объяснять. Это все запотело. Зеркальный джин, ты освободил меня? Исполнил одно желание. Деньги, еда, разврат. Загадывай, что хочешь. Правда? Так. Проверь. Работает! Почему ты мне не звонишь? Почему не пишешь? Почему с работы не забираешь домой? Не проводишь меня, не покупаешь. Сразу не... Бич, I'm very wrong. Bitch, I flare red. Yeah, sushi, yeah. Walk in the trap like a boss. Ooh. Walk in the trap like a boss. Walk in the trap like a boss. Ooh. Walk in the trap like a boss. Добрый день, лейтенант Пупкин, предъявите ваши. Я came in with a... О, круто, спасибо. Пожалуйста, смертный. А теперь погнали. Покажи мне, как сейчас вас веселят. Tom.